Этот гобелен сделал самые известные картины Дали, «Мягкие часы», или «Поставим по памяти». Вот под ним находится знаменитая кровать, рядом с ней скелет обезьяны. И вот такой необычный диван-сервант, на котором Дали изображает пейзажи этой области Ампурдан, где находится музей Дали. И на витринах, на полочках стоят декоративные предметы, которые тоже делает Дали. Это спальня, часть так называемого дворца ветра. Это комната. Это бывший вестибюль театра, где проходила первая выставка Дали, когда ему было всего лишь 15 лет. И на потолке очень интересная работа, изображающая Дали и Галу. Здесь же в маленьком пределе можно видеть работы эпохи стереоскопии и портрет короля Испании, когда он был еще принцем. Тут очень интересная, необычная работа. И здесь же находится бюст Веласкеса и маленький предел, который Дали посвящает женщине. Естественно, самая главная женщина Гала. Не все работы самого Дали, есть классическая картина и очень интересное голографическое изображение, где сливаются реальные персонажи с персонажами картины Минина. Приглашаю вас сюда, это интересное место, где расскажу вам о символе, о значении самых важных, самых интересных работ Сальвадора Дали.